Ребята, с вами Ульяна. Сегодня мы будем рисовать человека. Нам для этого понадобится пенал с карандашами и фломастеры. И первое нам надо нарисовать тело, голову всю. Сейчас я вам покажу. Все, я нарисовала, и у нас должно получиться как-то так. Вот так. Дальше мы должны нарисовать саму шею. Мы должны стереть лишнее. Сейчас я вам покажу. Так, и у нас должно получиться как-то так. Теперь мы рисуем шею. Сейчас я вам покажу. Шею это легко нарисовать вот так. У меня тут полосочка. Сейчас нам надо просто сделать вот такой прогиб. Сейчас я вам покажу, как эта девушка будет в топике и штанах. У нас получается как так. Странненько. Голова вот тут, а самого. Дальше нам надо нарисовать брюки сами. Штаны я нарисовала вот так. Так. Она смотрит куда-то. И надо теперь приукрасить кофту, футболку, топик. У нас получается как-то так. И теперь нам надо рисовать сами глаза, рот, нос. Сейчас я вам покажу. Но сначала мы будем рисовать волосы. И вот так у нас получается. Конечно, я не хожу на художку. Ну ладно, как-то так. Дальше мы рисуем глаза. Глаза у меня как-то странно, не похожи на одинаковые. Вот так. Теперь нам надо нарисовать брови. Брови у меня получились как-то так. Теперь мы рисуем нос. Вот такой у нас нос получился. И как же без рта. И получается у нас как-то вот такая девушка. И теперь мы ее раскрашиваем. Я буду разукрашивать фломастерами. Но можно карандашами. Я буду фломастерами, потому что их много цветов. Так, я нарисовала. Наштриховала. А если что, этот цвет был 29. Теперь нам надо разукрасить волосы. А волосы я цвет беру 94. У нас получается как-то так. Ужас какой-то. Теперь мы разукрашиваем глаза черным цветом. Вот так у меня получается. Кстати, глаза я рисовала вот таким цветом, я не пойму. Я вот такие английские не знаю. Теперь мы раскрашиваем губы. Так, я разукрасила. Фломастер был 4-й. 4-й. У меня с глазом что-то не так. И теперь, знаете, корова. Такой. Я хочу его сделать. И мы продолжаем. Так, я... нарисовала такую. Я забыла, это же топик, и забыла нарисовать. Это же топик. Сейчас я дорисую. Я там чуть-чуть подправила, и теперь мы рисуем штанишки. В принципе, я уже дорисовала человека, и результат. Вот такой результат. Всем пока!